покажи, что принес. Так вы разговариваете. О, да, так, так. Выглядят прилично. Выглядят прилично. Возьми. Ну уж точно не яйца крокодила. Все очень плохо. Все квесты, которые были от Александрии. Дополнительные квесты от Александрии. В Канопус Номе. Поместье Аполлодора. В Сапномене. И вот здесь вот. В Сапересе. Всех я прошел, блин, за... За 4 частям, за 4 часа мы прошли 8 частей игры, и в итоге у нас осталось только вот эти квесты. Все очень плохо. Хе. Кстати, там был, блин, там еще один квест был рядом. Надо было его. Клинок кинжала Тутанхамона сделан из метеоритного железа. Зачем? Зачем Тутанхамону кинжал? Ему же 10 лет было. Чё там? Уи. Всё, так. Нет, наверное, мы сейчас начнём. Вот здесь поближе будет. Хотя точно так же, но я не хочу... Блин, там через реку, тут через реку. Вот здесь вот поближе будет. И я приветствую всех, кто сейчас на канале. С вами снова Девжин, и мы продолжаем Assassin's Creed Origins. Немного спустя, после нескольких дополнительных квестов, которые, к сожалению, не удалось снять. Поднимается ветер. Поднимается вечер. Ветер. Так, сучка. Так, где кобылка? Кобылка. Ведь, блин, много интересных моментов таких. Черт. И ничего не записалось, вот как обидно. Что у нас там? Сюда идем. Знак протеста, 13 левел. Мы уже тут квесты 20 левелов вертели. Было весело. О-о-о-о. Один тут такой сложный был. Я реально на один квест одну серию забахал. Эй, я думал, ты сдох. Ну чё, еще немного подкопил для броников материалов. На сегодня нет колесниц на продажу. Ой, что у вас тут? Глазам своим не верю. Прости меня. Мне показалось, что я увидела у тебя знак Меджаев. Ну да. Древних защитников. Ну так и есть. Верно. Все так. Тебе нужна помощь? У меня горе. Мою любовь. Моего мужа Эрикса жестоко убили. Нифига себе. Как это случилось? Он кто? Был умелым мастером. Ему заказали сделать колесницу для фараона. Нифига себе. Он был очень горд. Но когда он закончил работу, солдат заплатил ему только половину цены. Эрикс возразил, и солдат убил его и забрал колесницу. Прекрасно. Если ты вправду, Меджа, помоги свершить справедливость. Найди солдата и сломай эту колесницу! Отомсти за смерть моего несчастного мужа! Ну все, сейчас будет жесть. Где колесница? В аванпосте Антила. Ага. Вот здесь вот прямо рядышком. Тихо. Главное, чтобы он колесницу просто не спер. Эй, куда ты попер? Стой. Можно было его спокойненько тихо убить. Жестокий. Ветер крепчает.
Блин, я думал, меня не заметят. Не, они мимо прошли. Да блин, ну почему опять? Где? Ладно, короче, чуваки, мне вот просто пофиг. Как меня уничтожить? А, я знаю. Давай, давай, гони. Я знаю, на ней можно просто въехать в воду. И все четко будет. Аванпост хрень. Что у нас там? Нападение буйного зверя? Может, мы спасем его? Уи, крокодильчик! Вот и нету крокодильчика. Эй, а чё тут, блин? Опять мало. Вот, о, нормально. Теперь убитый мастер может покоиться с миром. А лошадки куда деть? А, вон лошадки. А чё, крокодила мы с собой тащили все это время? Поговорите с Европой. Ща, алло, Европа. Да пошла ты нахрен, Европа. Опять крокодили буйствуют. Где этот кобылка? Опа. Опа. Шкурки. Шкурки нам нужны. О, блин, филаки здесь. Плохо. Достойный Миджай, какие вести? Я уничтожил боевую. Чего ищем? Ту, что присвоил солдат из Антипы. Твой погибший муж отомщал. А. Спасибо. Хорошо, отомстили. А теперь вот эти два квеста. Здесь филаки здесь, филаки здесь, он меня ищет. Ну, я вижу, ты свистеть умеешь. Такие мимо. Хорошо, нам сюда. Лучше ехать по дороге. Чё у вас там? Помогите мятежнику? Да, чуваки, как-то сейчас не до вас. 27-й левел уже, ё-моё. Я тут показывал, как я смог и Левика, и леопардика поймать. Сильный запах мускуса. Рядом дом кожевника. Дом кожевника. О, мне так неловко, Нэп. Этот кожевник мой муж. Этот запах всегда следует за ним, когда он идет из лагеря. Он на месте? Сейчас нет. Но запах, а при муже он еще сильнее. Не бери в голову. Работа не всегда бывает приятной. Ты прав. Муж много работает, но едва успевает выполнять все заказы. Говорят, ну, что превосходные охотники. Если хочешь хорошо заработать, нам поговорить. Предлагают поохотиться. Будет рад твоей помощи. Я подумал. Где его найти? Он в лагере. К северо-западу от САУ. САУ. Самоходная артиллерийская установка. Где? Надо сначала задание активировать. Утолщенная кожа. Утолщенная кожа, задание прям как достойное Варкрафта. Утолщенная кожа. Вообще игра очень похожа на Варкрафт больше.
Да, за счет... Чем? Я уже говорил, что вот эти вот на карте случайные места, которые не отмечены. Лежит какой-нибудь трупик, которого ты кое-как нашел. На нем письмецо там или что-нибудь, какое-нибудь описание. Mm-hmm. И лежит оружие. Вот прям как в Дреноре тогда. Это мусорное оружие, которое тебе нахрен не нужно. Только кроме как трансмагнификация. Мне нужна шкурка. Да блин, зачем ты слез? О, сено помогает охотиться. Так, где же он? Нет! Назад, зверюга! Прекрати! Кто-нибудь! Сюда! На помощь! Прикольно сделали, что квестовые персонажи не могут умереть. Внезапно. Чё? Мужик? Твой отдельный лагерь? Ну? Ты со мной разговаривать-то будешь? Спасибо, странник. Я уж и не ждал, что кто-то придет ко мне на помощь. Этот зверь явно хотел отомстить мне за мое ремесло. Он просто пришел на запах. Ищешь? Еды, которая у тебя тут развешана специально для него. Да, да. Спрос большой, а сырья мало. Если добудешь то, что мне нужно, я щедро тебе заплачу. Я знаю, это опасное дело. Что ну, да. Добудь уши гиен, крокодилии яйца и черепа грифов. Блин. Для чего тебе черепа грифов? Их довольно часто покупают жрицы. А, надо просто здесь охотиться в этой местности. Да ладно, блин. Это же вообще скучнявый квест. Самый скучнявый квест. Здесь. Как раз достойный Warcraft. Где эти крокодилов найду? Ты всех съел. Так, о, а яйца крокодилов-то у меня есть. Не знаю откуда. Так что мне воду даже не надо. Мне нужно только найти уши гиены и черепа стервятников. Нет времени объяснять. Ну ты понял. Где мне искать? Белый пару. Сено мне должно подсказать. Ну, там что-то есть. А кто это? Не факт. Вон. Вот. Гиенки. Гиенки. Там. Хлоп. Это не гиена. Что-то я это... Ошибся. А то я грифа нашел. Блин, ну, такой. По летающим объектам вообще не вариант. Может, хотя бы на кого-нибудь одного нацелишься? Я пытаюсь. Самый удобный. Это вообще бред, я сейчас столько всего потрачу. Блин. В кустах спрятаться, может быть. В кустах спрятаться, точно. Я же стелс. Попался. Да блин, надо было его просто застрелить. О, какой разозлился-то. Сейчас кто-то у меня получит.
Ну чё? Опа, а кто это здесь гнездится-то, а? Вот как грифу попасть в голову, я вообще не представляю. Это же вообще нереально. Ну ладно. Стервятник. Хорошо. Осталась только гиена. Привет! Ну где гиенку найти теперь? Прогуливается, охотится, прогуливается. Охотится? Что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, лови ее. Опа. Где гиена? Вот гиенка. Ох, это еще и босс. Зебра-гиена. Видела зебру-гиена? Зебра-гиена. О, боже. Живодер ты весь сейчас. Вот все. Здесь ничего нету. Наверняка чего не должно быть. Ну конечно же, сокровище, я же говорю. Это не сокровище, это просто дохлая гиена. Блин. Где кобылка? Хлоба. Погнали обратно. Тоже мне охота. Два яйца крокодила, два черепа стервятников. Он сомневается в нашей этой, в наших возможностях. Заплатят сейчас, наверное, копейки, да? Ну-ка, покажи, что принес. Так вы разговариваете. О, да, так, так. Выглядят прилично. Выглядят прилично. Возьми. Ну уж точно не яйца крокодила. Ладно, тут еще один квест был. А, сюда можно быстро передвинуться. Деревня САУ. Немножко быстрое действие. Давай, давай, давай. Хлоп. Сзади. Где квест? Не вижу. Лучше Ануриса оружие никто не будет. Я не могу его себе позволить. Видел когда-нибудь меньше разница? Как ее, что легче раз. Фига себе. С таким копьем я наверняка стал бы чемпионом на арене. Серапис, муж и силы, защитник мертвых. Окунувших это копье в Нил, чтобы стало оно светлым и верным. Серапис, наблюдавший свыше умирающим царем и заточившим лезвие на пороге ночи. Орудие я нарекаю тебя змеем Сераписа и посвящаю тебя богам. Фига себе. А, змей бога Серапис. Знаешь, что с ним случилось? Чего, утонул? В чертах. О, это был просто шедевр. Рукоять обернута в грубую кожу. А клинок выкован из небесного металла. Небесного металла? С метеоритного железа, что ли? Я создал его для одного капитана, когда жил в Саисе. Люди Сефету убили. Потому я и уехал. Хм. Сефету? Да, Сефету поджигатель. Он держит в страхе весь Саис. Его приспешник украл копье с моим клеймом. Ужасно. Ты не можешь его вернуть? Мне это не под силу. В
Бор служит на Триреме Сифету на озере Марью. Ой, на Триреме. Нам надо. Нам надо по воде. Встречу его, поищу твое копье. Я буду рад, если ты отомстишь за меня. Справишься, и змей Сераписа будет твоим. Моим, значит. Да, ой, 1500 километров, ты куда переедешь-то, ё-моё. Так, ну вот он, наверное, этот кораблик. Вопрос в том, куда он подплывает. Испытайте свое мастерство. Арены крокодилополиса. И Киены славятся на весь Египет. Прекрасное время. Змей Сераписа находится на корабле на озере Мариотис. Ну, кто за мной придет? Кто-нибудь за мной придет? Ну вот, корабль подплыл. Ну, заберите меня. О, сзади. Обалдеть. Стой, 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 стой. Мне очень нужно. Быстрей. Ближайший туалет в километре отсюда. Так, это та самая трирема, которая нам нужна. Цель рядом. Сейчас мы как его на тарана возьмем. Бабах. Опять проклятый мятежник. Кто? Где? Какой мятежник? Тихо. Чуваки, а сколько вас здесь? А? Так, я тебя вижу. Ну, что-нибудь видит? Нет. А что высматриваешь? А что у меня стрелы такие слабенькие? Он 11-го левела. Тихо. Это не та трирема, да? Эй! Что ты? Что я? А, нет, вот тот. Вот ты какой. Добить наверняка. Прекрасная камень. Прекрасная камень. Видна рука мастера из деревни Сау. Змеи Сераписа. Копье. Достойные богов. Давай посмотрим, что за змей Сераписа. Ближний бой. Копья. Змей Сераписа. Ну. Так. Копья не мое. Так что я в них и ничего не понимаю. Что у меня тут? Топор, что ли? Нет, у меня хпш. Хпш. Все нормально. Следующий квест. Куда там у нас вообще что-нибудь есть из квестов-то? Вот сюда сейчас. Нас все ведет. Ведет все у нас сюда. 17 уровень. Новичок. Хорошо. Сейчас мы быстренько тут заценим. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.